Сегодня мы находимся в доме Комаржей. На Семеновском музее. Так. Тут довольно-таки морозная погода, хотя и солнце светило. Вот такую прорубь сделали. Не был я уже здесь пару недель. Так, сколько у нас градусов? Показано 14 градусов. Хотя говорят, что тоже вот такие. Слышим приезжать? Так, интересно. Так, ладно. Пойдем в домик, заведем. Ключик. Купаюсь, поеду обратно. Фотографии. Я сюда не попал, кстати, на фотографии. А, пойду я посмотрю. Нет, а зачем тут ролик такой? Так. Ага. Это улёт. Раскидаем. Что это сделать сюда? Сюда не было совсем. Залез вверх. Ну там рыбак. Вот рыбы. И кучу вот красный. Так. Парит. Ну как не знаю, как попал. Да, далеко не попал. Так, начистил. Там рыбак сильнее будет. Да, там кто-то вот. Так, ну все, разбираюсь, иду нырять. Всем рекомендую, очень здоровские ощущения, конечно. Прилив сил и жизнь, в котором становится не такая. Уровень жизни меняется, честно. Лучше стоит. Зима сегодня будет, буду очень хорошая, снежная. Такая с морозом, красивая. У нас моя панда занимается. Снимаю я на видеорегистратор. Уж извиняюсь за качество. Обязательно надо брать с собой так. Чтобы ноги не перепали. Там детский городок.
наткнулся хорошо. Все замечательно. Надо. Тут зовут. Сейчас поеду на супу. Ой, хорошо как. Благо спиная. Вот вид с колокольни. Избушка. С колокольни. Смирское озеро, вот Лапландия. Снова я на озере. Кстати, еще холоднее. Тут минус 20. Так вот. Ой, рыбаки. Это новый мемориал, не знаю, как, ну там типа музей, фотографии военные там не было, кстати, еще надо сходить и посмотреть, что там. Лестницу сделали, я не знаю, будет ли видно отсюда, с моего этого видеорегистратора, но отсюда красивый вид открывается. Такие резины не страшны. Витя, привет! Вот что, больше не надо.
рубанул.